Народные избранники начали свой объезд с нового общежития медицинского университета Оспанова. Здание функционирует уже год, в четырех корпусах размещает до 950 студентов. Имеется свой конференц-холл, где проходят важные для вуза мероприятия. Есть также библиотека и компьютерные залы. Сейчас большинство поселенцев уехало на летние каникулы. А в девятиэтажном доме молодежи университета Жубанова обучающиеся живут круглый год. Многие студенты остаются работать в отрядах ЖСО «Ель». Магистранты и докторанты, дабы не прекращать свои научные исследования, также не уезжают домой. Я сам из Шымкента, а грант выиграл в Актобе. Не жалею. Условия хорошие, нашел много друзей здесь. В стандартных комнатах общежития размещают по 2-3 студента, причем санузел у них отдельный. Секции расположены так, что в столовых готовят свои обеды и ужины по 30 человек. Дом молодежи оснащен также библиотекой с компьютерами и выходом Wi-Fi, медпунктом и актовым залом. В целом студенты университета Жубанова на 100% обеспечены местами в общежитиях. Жубановский университет, практически 100% студентов обеспечены жильем. В условиях общежитий в прошлом году было введено здание, новое здание на 1000 мест в Академии имени Оспанова. Там сегодня процент обеспеченности жильем студентов составляет 88%. В области обеспеченность студенческими общежитиями на сегодняшний день составляет 50%. Статистику портят лишь колледжи. На сегодня региону требуется строительство 8 общежитий, преимущественно для учащихся среднеспециальных учебных заведений. Эту работу необходимо завершить к 2020 году, согласно указанию главы государства. Инкара Крашай, Жанна Дельсагиев, телеканал Актобе.